Всем хай, меня зовут Никита, и вы попали на канал Шако. Сегодня будет довольно интересный ролик про мой игровой ПК. Я расскажу о характеристиках моего компьютера, а также покажу производительность в разных играх. Раньше я уже снимал подобный ролик, но я его вынужден был скрыть, так как весь контент из моей жизни перешел на второй мой канал «Все по плану». Ссылочка будет в описании. Подписывайтесь. Там уже вышло довольно много интересных роликов. Тогда вам видос про компьютер зашел, но у меня был ноутбук, который еле-еле тянул CS в 40 FPS. Но теперь-то у меня новый компьютер, и я смогу вас радовать контентом. Давайте поговорим о процессоре данной сборки. Тут стоит AMD Ryzen 5 2600 6-Core процессор. Базовая частота 3.4. Это довольно мощный процессор второго поколения, в котором 12 потоков и 6 ядер. Давайте перейдем к материнской плате. В этой сборке стоит ASRock B450 Steel Legend. Память тут DDR4, слотов 4, максимальный объем оперативной памяти 64 гигабайта. В ней стоят две плашки оперативной памяти по 8 гигабайт, в сумме 16. Блок питания тут на 500 ватт, если честно, я не помню марку блока питания. И теперь мы перейдем к самому интересному, а это к видеокарте. Тут стоит NVIDIA GeForce RTX 2060 на 6 гигабайт. Также тут стоит SSD на 250 гигабайт и жесткий диск на 1 терабайт. Стоимость такой сборки 80 тысяч рублей. На данный момент 100 тысяч рублей. На этой ноте мы переходим к тестам в играх. А я с вами вынужден попрощаться. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем до новых встреч. Пока. Thank you.